Римские приключения сборной России по вольной борьбе подошли к концу, но путешествие продолжается. Впереди Белград, и хочется верить, проделанная работа станет залогом грандиозных побед наших ребят на Кубке мира в Сербии. Сборная России по вольной борьбе уже в аэропорту в ожидании вылета в Сербию. Настрой боевой? Это ниндзя или Даурен Курглу? Это то, что ты видишь. Дурашит. Шамиль Шарипов укомплектован с головы до ног. Самый главный атрибут? Это неудобно. Счастливого полета вам. Курс на Белград? Едем опять за кубком, едем опять за золотом. Прославляют нашу родину, Россию. И честь его, чтоб чаще играл в гимн. Чтоб наши горы не знали позора. Замбалат Ильич, а вот вы знаете, вот вратарь сборной России по футболу, Гильерми, тоже болеет за борцов наш. Болеет, да? Да. Да, очень приятно, Гиля. Маринато, это вот наш русский танк, олимпийский чемпион, главный, самый лучший. Капитан сборной России, в мире самый лучший борец. 500, знакомый. Удачи. Да, тебя тоже. И вас тоже. Удачи. Спасибо. Одни звезды летят. Одни звезды, не чемпионы. Звезды. На небе и на сцене бывает. Ребята, которые борцы, они всегда были чемпионы. Которые там другие виды спорта, я не знал, может, они звезды. Если, допустим, до 90, а сейчас уже за ним идет уже до 70. Т-86. Т-86, такие. Вот, Т-74. Т-74, да. Чеченский город. Разомбек. Борцы сборной России таким образом коротают время, да? Во что играешь? Это менеджер. И кого выбираешь ты? Ливерпуль основном. Болельщики Ливерпуля. За Ливерпуль сейчас болеть, наверное, выгодно, да? Выгодно. Почти везде выигрывает. Нет, не из-за этого. Я как клуб перешел с тех времен. Я вот любитель его, вот его стиля, она его игры. До этого за Дортмунд болел. Вот Чермен Валиев смотрит фильм какой-то на... Что за фильм, Чермен? У тебя в телефоне, наверное, серьезная фильмотека. Не, вот один фильм скачал, фильм. Заранее подготовился? Да, редко смотрю. Какие фильмы предпочитаешь? Комедии, боевики? Комедии. Зову Рукуева, отвлекая внимание, пытается достать очередную упаковку чипсов. А также напиток. Будешь? Круассан предлагаешь? Или что, покрепче? Не-не, Кока-Кола, вон там, я вижу, вдалеке. Арахис. Я здесь. Ты здесь главный? Кока-Кола, без сахара. Все, как мы любим. Заур здесь открыл передвижной магазин на борту самолета. Сникерс. Нам тоже вес гонять надо. Какой пароль от сейфа зовут? Что-то долго стоять, хочется что-то. А ты что любишь? Я сейчас мобиль тоже открываю. Ты можешь не быть в форме, но если ты психологически готов, психологически, ты можешь выиграть. К примеру, ну, в прошлом году, когда Рашидов Аджимура после первой схватки вышел, ребро он там сломал, да, припадено. И все начали говорить, надо сняться, надо сняться. Я вас тянул, возьму палку, голову разобью. Потому что от психологии очень много зависит. После этого настроили хорошенько, настроили. Вышел, чемпионом мира стал. А если бы мы тоже поддались на вот эти эмоции, да, что бы было? Он бы в этом поверил, что он уже все надо сниматься. И сегодня бы не был на чемпиона мира. С точки зрения психологии, Разанбек Жамалов довольно-таки устойчивый психологический парень. Ну, Разанбек сейчас первый раз борется уже вот так. Россию выиграл, его в весе боролись 4 чемпиона мира. Поэтому это хорошо, когда ты на схватку выходишь, и у тебя на ковре нету авторитета. Ну вот сейчас первый соревнование был, сейчас мы посмотрим, как он будет бороться на международной арене уже не в детской борьбе, а уже в взрослой борьбе. 4 руки мы его. Слит уже проиграл.
После такого Саша Разомбек уже порвать всех. Какую книгу читаешь? Интересно? Каждый становится интересным. Поначалу не было, сейчас становится. Сейчас надо Садака сделать. Садака. Главнокомандующий пришел. Даже свободное время, видишь, как развивает свой кругозор. Да. Читает. Борцы всегда такие умные. Не только на ковре, но и правильно. Борьба – это шахматы в движениях. Тут надо думать, одной силой не отбиваешься. Какой тренер, такие ученики мои. Знаешь, чему я больше всего чувствую от него? Он умеет людей объединять. У нас сборная, да, самая интернациональная команда. Поэтому так вести это нелегкое дело. Не только в этом плане, но особенно вот это чертежное предприятие. Какие главные козыри Абдулрашида Садулаева? У нас в команде был Бесик Удуха. Душа команды была. Да? Да. И лишь света был. Про него шесть, тоже шесть, можно шесть, так сказать. Про него русский танк его не зря назвали. Потому что если он идет, он идет до конца. Поэтому дай бог, чтобы до конца дошли, до Токио, и там тоже жирную точку поставили. Там будет многоточие заработать. Не надо забегать вперед. Спасибо, Олеч. Это была самая громкая посадка в твоей жизни? Было и громче. Волнения не бывает, когда самолет садится? Это мелочь. Задумываешься о жизни. При взлете и при посадке желательно мечтать хотя бы шарады. Всякое успел. Хорошо все то, что хорошо кончается. Сегодня мы приземлились благополучно, с чем тебя и поздравляю. Все живы, здоровы, настроение хорошее, долетели. Самое главное — настрой. Рядом сборная команда России. Там и все, и танкисты, и парашютисты, и летчики, и космонавты, все здесь. Победа! Ребята все хорошо настроены. Не важно сейчас, кто напротив, а важно, кто рядом. Тыгры все здесь, вперед! Вот у кого сейчас акклиматизация, Даурен Круглиев не выспался. Мелочь. Этим прохладным декабрьским вечером сборная России по вольной борьбе благополучно приземлилась в сербском Белграде и направляется в гостиницу.